Насчет бизнес-инкубатора вы упомянули сами. Угу. Насколько часто, так скажем, те идеи, которые входят в бизнес-инкубатор, они популярны на рынке и коммерчески успешны в этом плане? Бизнес-инкубатор — это очень важный компонент для строительства стартапов экосистем из-за того, что вот в первую очередь, когда стартапы начинают, или у команды есть очень хорошая идея, инновационная идея, из-за того, что в первую очередь у них нет доступа или финансирования, у них вот банки не дают им кредит, да, и из-за этого, или из-за того, что у них нет офиса, из-за того, что у них нет доступа к консультации, такие идеи умирают.